Всем приветик! Вы на канале Богини Рукоделия, с вами Милочка. И я хочу вас сегодня повести на встречу вышивальщиц у города Харькова. Это моя первая встреча. Честно, я очень-очень нервничаю, переживаю. У меня вот такая сумка большая с моими вышивками. Ну, короче, их там немного, но чуть-чуть есть. Да, я сняла свою с рамы. Покажу девочкам, что я там вышиваю. Сейчас покажу вам красивый фонтан, покажу немножко города. И надеюсь я, что покажу вам все-таки вышивки наших девочек, которые живут в городе Харькове. Итак, вот фонтан, о котором я вам говорила. Смотрите, какой красивый фонтанчик. Сейчас подойду. Это не просто фонтан, это поцелуй влюбленных. Смотрите, какая красота. Очень классно, конечно, по погоде. Ой, на меня летят брызги. Сильно близко не подойду. Ну, вот такая красота. И здесь есть такие инсталляции, скажем так, наших храмов харьковских. Давайте посмотрим. Наверное, дальше пойдет под музыку, потому что особо озвучивать мне нечего. Ну, давайте. Приятного вам просмотра. Thank you.
А теперь давайте с вами пройдем немножко по улице Пушкинской. Вот. Сейчас двигаемся к ресторану, в котором будет сама эта встреча. Надеюсь я, что все пройдет отлично.
Thank you.
Thank you.
никчемный. Вот. Я говорю, я не поняла, пока то мы расскажем. Короче, завтра, это красота. Героиня, кто вышивает. И по поводу кота. Вот этот кот, рассказывай. Это кот фирмы Панна, разработка, вышит по оригинальной схеме, но при этом канва, ткань, это принтованная Белфаст, и принт разрабатывала я самостоятельно, специально подгоняя под размеры этого сюжета. Он своих, у него сменка. Невероятно. Очень красиво. Вживую смотрится просто-просто. Красота, да. Да, сейчас выйдем на... Да, давай. Какой красивый кот вообще. Классно. Как долго ты вышивала его? Вышивала дней 12. Здесь 9700 крестиков. И особенность этого процесса была в том, что я каждый день вышивала какую-то круглую цифру. У меня то 900 крестиков, то 1200, то 700. И он вышивался просто на одном дыхании. Очень хорошо проработанная схема, очень классно продуманные оттенки и логические участки. И на одном дыхании процент. Было бы больше времени, я бы его еще быстрее вышила. Угу. То есть залог успеха – вышивать каждый день. Да. Понятно, но очень красиво. Время – это самое ценное. Красивое оформление и очень красиво. Все гармонично сделано, классно, красивый кот. Так. Ткань я разрабатывала самостоятельно, специально для этого сюжета. Размеры просчитывала, делала макет, печатала тоже самостоятельно. И потом уже под ткань я подбирала, отталкиваясь от сюжета, оформление. Классно, спасибо. Thank you.
Вот и закончилась встреча. Очень-очень атмосферная такая обстановка. Сколько вышитых работ. Просто. Ну, классно. Все, двигаю домой. Спасибо вам всем за внимание. До новых встреч. Пока.